Всем привет с канала Bream Team. И сегодня у нас такой маленький обзорный ролик по фидерной прикормке. Как я уже заметил по статистике, канал создан недавно. Именно, даже сказать, переделан на эту тематику. И большинство просмотров именно набрали ролики по садку для фидера, по крючкам и по оснасткам. То есть фидерная тематика максимально интересна, как я понял. И сегодня мы, наверное, окунемся в самую интересную часть этой тематики, это прикорм. Здесь будет маленький обзор на что мы ловим, на что мы будем ловить в этом году. Это еще не все. Наверное, выйдет отдельный видеоролик по Дунаеву, потому что здесь 95% это Миненко. По Дунаеву, как я уже сказал, выйдет отдельный ролик, а сегодня просто маленький обзор. Чтобы не затягивать, начнем сразу же. Начнем сразу же, наверное, с 2-килограммового пакета. Это Дунаев Big Fish. Это который продается по 2 килограмма. И пыль перемешанная с крупной фракцией. То есть здесь и кукуруза, и прикормочный 5-миллиметровый пелец. То есть сейчас бы как получше встряхнуть, показать. В общем, его видно. Даже я сейчас могу сделать некую паузу и показать именно тяжелую фракцию. Так, пауза закончилась. И вот я достал отдельное ведро. У нас тут есть это ведро просеянного бигфиша. То есть пыль была замешана вместе с дунаевским сладким лещом. А здесь именно тяжелые зерна кукурузы. Прикормочный пелец 5 мм. И всякая нарубленная крошка. То есть из этого ведра можно сыпать для добавления тяжелой фракции в обычный корм. В так называемую пыль. Сейчас быстро пробежимся по Миненко, чтобы не загружать лишней информации по минимуму. Здесь представлена самая бюджетная серия, не считая вот этой вот. Давайте тогда сразу с нее. Розничная цена по магазинам 50-60 рублей. Здесь 0,5 килограмма. Это самая обычная прикормка у серии Миненко, которая представляет из себя вот такую вот гранулированную относительно. То есть здесь и пыль, и крупняк. Но здесь потому что лещ. Если я не ошибаюсь, то у Столобик он вроде бы как раз фракции меньше, как раз таки, чтобы пылить. Инструкция везде, кстати, у Миненко одинаковая. То есть содержимое высыпать в тару для замешивания, добавлять воду малыми порциями, перемешивая, доувлажнить. Для ловли на течении добавить грунт или глину, порезать всякую живность, докармливать шариками и забивать в кормушки. Технология у Миненко на всех пакетах, на всех типах прикормки одна и та же. Уберем. Далее, наверное, рассмотрим по порядку фидер. Относительно тяжеловатая прикормка, но тем не менее это пыль. Для ловли мирной рыбы под лещ густерка сбегается, если ее прям сделать рабочей по пыли, сбегается уклейка синтепка, что превращает рыбалку в бесконечное выдергивание рыбы толщиной с мизинец и по длине такой же. Но, кстати, она подходит как база, то есть базовая смесь. К примеру, для замешивания сливы, одной из эффективных вкусовых добавок, так как обладает наилучшим, наирезким запахом из всего миненковского ассортимента. Опять-таки, на мой взгляд, промет чуть позднее. Именно на сливу в сезоне 2019 года было максимальное количество самых результативных рыбалок. Надеемся, в этом году она нас также не подведет. Далее, черный лещ. По вкусу, как чуть кисловатое печенье, может быть, какое-то юбилейное. Есть лещ светлый, это черный. Именно для пыли, для темного пятна, именно чтобы рыба сбежалась в кормовое пятно. Далее, самое противоречивое, кто-то говорит, у меня на нее вообще не ловится, кто-то ловит исключительно на нее, это специи.
резкий запах пряности, остроты, как будто тмин, перец, паприка, это все намешано в колоссальных пропорциях, но тем не менее мы очень хорошо по ней отлавливались. Далее идет плотва, то есть даже по цвету это такой же фидер, но в чем-то все-таки отличие есть. И стоит сразу сказать тем, кто только начинает ловить на фидер, если вы купили на плотву, это не означает, что будет клевать только плотва. Это аксиома каждой прикормки. Если вы купили леща, хоть вот такого, это не означает, что будет клевать только лещ. Любая рыба пойдет. Просто у многих прикормок эти названия либо маркетинговый ход, либо вот эти смеси проверялись на водоемах, и если больше 50 рыб, допустим, поймалось на определенную прикормку плотвы, ее позиционируют как прикормка для ловли плотвы. И то же самое с другими типами рыб. Карп, карась, лещ, толстолобик. Далее, наверное, у нас идет мед. До этого мы на нее не ловили, но я ее ранее нюхал. Это прикормка, от которой у меня слиплись ноздри. Сразу у вас такое чувство, если вы сделаете отверстие в пакете и понюхаете, что вам залили просто половник жидкого меда в горло. Настолько резкий, терпкий, неимоверно сладкий запах. Просто даже, можно сказать, невыносимо сладкий запах. Но многие говорят, хвалят ее. Но хотя и замечал, что в магазинах это висяк. Сейчас об этом говорить не буду, попробуем, скажем. И далее, наша любимая слива, только в виде пелеца 5-миллиметрового. Стала она вроде производиться вроде бы недавно, но ее можно сделать легко самому. То есть берете, пожалуйста, сливу, замешиваете ее на воде так, чтобы она получилась супер липкой. Берете мясорубку и эту липкую массу пропускаете через мясорубку и сушите. И у вас получаются вот такие вот отрезки. Этот пакет можно угрохать на 4 килограмма пылевой. То есть поехали вы рыбачить на сутки и больше. Взяли пакет леща, пакет фидера, 2 пакета сливы. Все перемешали, чтобы запахи смешались, но слива будет позиционировать там именно как основной запах. И подкрепляете ее еще дополнительным пакетом сливы, только еще крупной фракции. При правильном замесе такого состава прикормка будет высыпаться из кормушки, создаваться большое пылевое кормовое пятно. И вот этот перец, можете добавить кукурузу, опарышев, прикорм. И этот перец будет лежать на дне, тем самым создавая кормовой пятак. И рыба будет приплывать туда кормиться как раз-таки. Подробнее о рецептах мы, наверное, сделаем отдельный видеоролик. Будет отдельный видеоролик по замешиванию прикормки, по жидким добавкам. Уже, наверное, скажу в третий раз, по Дунаеву отдельный будет ролик. И поэтому вопросы можете оставлять, можете даже написать рекомендацию, сделать какой-нибудь прикорм и проверить его, потому что сейчас, надеюсь, в скором времени снимут этот режим самоизоляции, ничего не будет там мешать ходить отдыхать на реки, озера. И по каждой прикормке попытаемся сделать подробный отчет. Поэтому оставляйте комментарии, делитесь этим видеороликом, потому что тема очень интересная по прикорму. Прикорма в мире существует огромное количество. Попробуем в этом сезоне захватить как можно больше. И поэтому не прощаемся.